жизни мечтала ощутить себя участником настоящего стрелкового боя, до такого, чтобы и запах пороха был, и ощущение реального боевого оружия. Такая возможность теперь в Твери есть. У нас наконец-то появилась военно-тактическая игра «Firetag». И ее главное отличие от других, уже получивших популярность у тверичан игр «Страйкбол» и «Лазертаг», в руках у игрока настоящий автомат Калашникова. «Firetag» — это стопроцентное погружение в атмосферу ближнего стрелкового боя. Игрок получает оружие, которое сохранило всю свою функциональность, но при этом абсолютно безопасное для использования, так как стреляет холостыми патронами. Это все тот же запах пороха, та же отдача, тот же звук выстрела, вылетающий из автомата гильзы. Механизм автоматического оружия полностью работоспособен, и вы не сможете выстрелить, пока не поставите автомат на боевой взвод. Разница только в одном. Вместо пули противника поражает инфракрасный луч. Значит, отличие Firetag от, допустим, Lazertag того же, на самом деле, в принципе, по сравнению со страйкболом, минимальное. То есть, также стреляешь лучом, но с учетом того, что как бы ты стреляешь реального боевого оружия, ну да, охолощенного, ты можешь, в принципе, прочувствовать и ту же отдачу, и запах пороха. В Lazertag ты, конечно, такого не прочувствуешь. Поражение противника происходит аналогично Лазертагу. Излучатель, закрепленный на оружии при холостом выстреле, формирует луч, активизирующий в случае попадания датчики на специальном жилете, который надевают игроки. Firetag — это игра, в которой участники разбиваются на команды и отрабатывают тактические приемы ведения боя. Это и штурм зданий, и бой столкновения в лес-полосе. Игра проходит на территории заброшенной воинской части, где для участников представлен весь спектр местности. Деревья, разрушенные здания, перепады высот. Плюсы его, так же, как в других играх, и даже, я бы сказал, чуть более плюсы в нем, это какие? Это физическая подготовка, совершенствуется, подтягивается реализм оружия и боя. Ну, весь спектр эмоций, который, в принципе, присущен человеку, который играет в подобные игры. Firetag абсолютно безопасен, поэтому играть в него можно с 14 лет. Однако, согласно действующему закону, лицам, не достигшим совершеннолетия, потребуется для этого письменное согласие родителей или опекунов, или же их личное присутствие. Перед началом игры ее участникам выдается снаряжение, куда входят два магазина с холостыми патронами, головная повязка и жилет со встроенными датчиками. Для тех, кто не умеет обращаться с подобным оружием и не понимает тактики во время наступления и обороны, все тонкости игры объяснят опытные инструкторы, среди которых есть в том числе участники боевых действий. Firetag станет прекрасным занятием в свободное время с друзьями, активным отдыхом в выходные, а также отметить праздники и провести корпоративы. Кроме того, Firetag – это хороший способ подтянуть тактическую подготовку и умение владения оружием. Firetag послужит отличной подготовкой человеку, не умеющему вообще, не знающему обращение огнестрельным оружием, послужит, значит, хорошей подготовкой к владению, собственно, реальным боевым огнестрельным оружием. Всплеск адреналина в крови ожидает каждого, кто возьмет в руки оружие и станет участником захватывающего боя, особенно под четким патронажем профессионалов. Записаться на игру можно по телефону 8 919 065 19 19 или в группе в социальной сети ВКонтакте vk.com/firetagtverь.